Спонсор показа – ветеринарная клиника «Теремок Зоо». Вайнера 45В. Телефон 646-003. Эта лохматая собака всегда ведет себя спокойно, говорят волонтеры. В приют ее привезли из поселка Сабик, где животное несколько недель бегало без ошейника. У нее ласковый и добрый характер. Собака относится хорошо как к людям, так и к сородичам. Смотрите, у нее шерсть, а это жесткошерстная, ее надо будет расчесывать. Стричь иногда, но тут вот она зарастает, все равно же. Но она уже готова полностью. Она все прошла, прививки и все. Это недоверчивая девочка, 8-месячная Брюси. Она любит играть с другими собаками на прогулках в силу возраста, самая активная. Зоозащитники считают, что комфортнее всего ей будет жить в квартире, а не в частном доме, из-за некрупного размера. При этом те, кто захочет взять Брюси домой, должны уделить внимание ее воспитанию, чтобы в отсутствие хозяев она не хулиганила. Мы ее вот недавно пристраивали, когда еще щенком она была таким уже. Но нам соседи стали сообщать, что они ее закрывают на балконе, и там холодно. И отношение к ней не очень хорошее, и нам пришлось ее забрать. При виде незнакомых людей эта собака начинает трястись. Животное очень напугано. Несмотря на отсутствие ступни на одной из задних лап, на ее отлов у волонтеров ушло несколько месяцев. За это время полуторагодовалая собака успела несколько раз родить щенков. Волонтеров она слушается и спокойно гуляет на поводке. Давнишняя травма лапы, потому что она сейчас на нее уже ходит, опирается, все нормально, но как бы проблем ей не достает. Может, когда-то была домашняя. Куда-то попала, вот эта лапка. Может, без лапы стала не нужна, выбросили. Всякое бывает. В Первоуральском приюте изменились правила проведения дней открытых дверей. Теперь они будут проводиться строго по предварительной записи, так как волонтеров, которые должны следить и за собаками, и за посетителями, не хватает. Кроме того, зоозащитники открыли запись на уроки доброты, где детей будут знакомить с правилами общения с животными и рассказывать об их роли в жизни человека.